Экспресс. Вопрос вам обоим. В интервью сразу же после перехода Александра в Монако вы сказали, что в первом сезоне не ждете от него ничего сверхъестественного, потому что это время требуется на адаптацию. Когда, по-вашему, эта адаптация должна завершиться, когда вы ждете уже, что Саша заиграет на пределе своих возможностей? И вопрос Саши, чего вы сами ждете от этого сезона, от себя в этом сезоне, и когда можем ли мы рассчитывать уже на то, что 2 сентября с Марселем вы вернетесь в строй и после этого поедете играть за сборную? Знаете, Игорь, это не точная наука футбола, поэтому невозможно сказать, сколько времени понадобится на адаптацию. Важно, чтобы она прошла хорошо. Заиграет Саша в полную форму чуть раньше или чуть позже. На самом деле это, конечно, нам хотелось бы раньше, но это не так принципиально. Важно, чтобы он адаптировался к стране, к новому чемпионату, к команде, языку. И я уверен, что тогда, когда это произойдет, мы все увидим Александра на топовом уровне.